Давай, Мэв. Не думай. Просто делай. Держитесь за кресла. Вот Джерри Брукхаймер раскрывает последние новости о Top Gun 3. Сбейте меня, иначе верну старый фильм 1986 года. Режиссер Top Gun Maverick в 2022 году влюбил зрителей в воздушные сцены. 1,4 миллиарда долларов в прокате — этот ошеломляющий успех. В работе с Томом Крузом Мэвериком вместе с Майлзом и Гленном Пауэллом. Интервью Screen Rant на «Джентльменская война». Новости о Top Gun 3. У него замечательная идея. Если Пауэлл проявит потенциал, продюсер подтвердил участие Круза. Снова собрали команду, у него могло бы быть продолжение. Очень весьма неплохо. Потратили время на историю, у Джо Кацински есть идея, и он, и Том такие. Мы занимаемся разработкой. Том очень занят. Он работает. Он делает сценарий. Еще одно о Top Gun 3. Круз на данный момент недосягаем. И когда он говорит, что у него есть картинка, скорее всего, речь идет о Крузе, возможно, совместно с Иньярриту. Возвращение может обещать больше проектов нового партнерства с гранью будущего к рубежу съемочного времени.